Часто говоря о ремонте дорог, точнее не часто, а редко вспоминаются тротуары, которые тоже являются по большому счету частью дорог. Когда будут в городе Северодвинске проводиться ремонтные дороги на тротуарах? Потому что уже многие и наши зрители, и в целом горожане очень сильно жалуются на то, что тротуары особо не ремонтируются, и проблема эта уже довольно долго длится. Да. Ну, к сожалению, тротуарам не уделяли время очень долго. То есть я на своей памяти вообще не помню, когда их делали. Поэтому принято такое волевое решение делать все-таки тротуары из тротуарной плитки, класть тротуарную плитку. Сейчас мы видим это вокруг ДК строителей, ДСШ номер один. И мы так хотим пойти по гвардейскому, по советскому, сделать все-таки, чтобы наш город был, ну, соответствовал теперь уже областному городу. Поэтому сделать это с тротуарной плитки. Это будет только на этих улицах или в целом в планах по всему городу в дальнейшем делать? Ну, в дальнейшем, конечно. То есть тротуарная плитка, путем тротуарной плитки пошел весь цивилизованный мир. Асфальт давно уже нет на тротуарах, потому что это не очень экологично. Также после дождей мы видим лужи, поэтому только, ну, тротуарная плитка.